Всем привет, ребята! И вы на канале Куважами 656. Сегодня будем проходить вторую главу борьбы и танк Натер 2. Первая глава не так сильно хайпанула, вот почему я снимаю вторую часть. Вторую главу. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик. Мы начинаем. Так. Я будем проходить вторую главу. Вторую главу, наверное, на части буду на части вторую главу, потому что эта глава большая. Глава еще будет первая, вторая часть, третья часть. Прохождение второй главы. А когда третья глава выйдет, я ее тоже снимлю. Ластик-пластик. Чё, я ничего не нажимал. Чего пропустилось? Не понимаю. Я хотел досмотреть эту кассету. Чего она пропустилась? Я грустный. О, мы зашли. Ладно, давайте проходить. О, меню прикольно изменилось. Прикольно. О, здесь закрыл. А кто закрыл? Кто закрыл нам проход? А что-то дверь открыта. Давайте зайдем. Хоги-ваги. Динозаврик. Кто ты? Пофиг. Двери закрытые. Еще один хаги и опять этот динозаврик. Закрыто. О, это штука. Я видел, когда блогеры проходили. Давно еще видел, потому что это было давно. Короче, беремся. И готово. Пошел в сраку. Все, можем проходить. Какой-то ключ. Может, это ключ от той двери красной. Давай посмотрим. Да, это от этой двери. Кассету я не буду брать. Я все-таки послушаю кассету. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 1900. И что дальше? Короче, говорилось, что Людвиг основал эту компанию эту, и еще его жена умерла в 1960 году. Очень понятно. Здесь... О, электрик!
Ты кто? Ты кто такая? Наверное, она добрая. Я не знаю. Ладно, как старые добрые времена. Симулятор электрика. Она говорит, что спасибо, что открыл мою коробку и иди за мной. Типа того. Да йоу! Камон, я иду! Слушай, не подгоняй меня. Я не знаю, злая она или добрая. Да-да, кукла. Относится она пока к нам добро. Кто это был? Я куда-то качусь. Где я? Кто я? А, из каждого из трубы. Смотрите, это у Эллиот Людвига, основателя компании. О, опять симулятор электрика. Я это люблю. В скобках нет. Стоп, чё? Она нам прикрывает. Нужно найти способ как-то... Подожди-ка. Вот я здесь вижу тоже. Здесь, наверное, тоже прикрывать будет. Так. Осторожно. А! Понял. Понял. И нужно отсюда в эту штуку. Я знал, что эта часть забагована, но не настолько. А ну по-другому. Можно уже красное, потом синее ударить по вот этой штуке. Так. Да, все. Уже было синее просто. Ты кто? Она забрала мою руку. А, ты тот черт, ты... Я не знаю, ты мамочка. Длинные ноги. Это ты была на превьюшке этой игры. Ты украла эту куклу. Отпустила куклу. Я тебе буду похарить все время давать.
Я буду все время тебя бить. Рукой. Тебе наслать на руку? Куда куку потащила? Стоп, а как оно открылось? Я ж не зарядил. Ой, размытые рисунки. Я видел это в компьютерной версии. Вау. О, поезд. Откуда я возьму, по-вашему, зеленую руку? Ладно. Короче, ребят, на этом будем заканчивать. Сегодня или завтра будет вторая часть прохождения второй главы. На 5 лайков я продолжу прохождение. Надеюсь, вам понравилось видео, и всем пока.